А потом мы ищем вот на этом натяжение фонсун. У нас вот эти микродвижения, их не видно. Вот. Крестец. Вот. И голову постоянно тоже немножко растягивание. Ну вот как бы вот над этим поискать, пощупать. Очень индивидуально. Здесь я не могу просто сказать, что вот так и никак иначе. У кого-то может быть свое ощущение быть. Опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас есть какие-то личные предпочтения, объясняния, какое-то свое понимание. Но мы во всем ищем принципы. А здесь какой можно выделить принцип, что мы в итоге используем свое, опять же, возвращаемся, сознание как инструмент, пытаемся его в теле исследовать. Внутренняя работа. Да, это и есть, да. А вот это то, что мы называем внутренней школы, мы просто уходим вот на эти микродвижения, и получается внутренняя работа. Да. Ну, по-простому, для тех, кто вас спрашивает, слушает, я внутренними практиками, внутренний стиль. Как по-простому, как говорят ученые, тот, кто может там первокласснику, к примеру, объяснить, что это такое. Так суть внутренней работы просто вот показал. Есть внешнее, ты руками машешь, двигаешь. Это упор на внешнее. Такую координацию, какие красивые движения. А внутреннее, когда ты вот это движение происходит внутри, внешне почти не видно. Но мы контролируем, как мы видим, как руки машут. А мы чувствуем, как внутри происходит движуха. И мы вот эти качества развиваем. Как, с какой целью, это второй вопрос. И вот мы как раз сейчас пытаемся почувствовать, где ключица, что там может меняться, что в пояснице, что в стопах. И шаг за шагом исследуем свое тело.